Привет, привет, мои дорогие, с вами Татьяна. Хочу пожелать вам доброго утра и хорошего дня. Я все-таки оставила это платье. Я читала ваши комментарии. Большое вам спасибо. Но все-таки мне очень редко в магазинах что-то нравится. А это платье мне чем-то зацепило, своей расцветкой. Немножко я в нем полноватая, возможно, кажусь. Но куда уже я дену свои объемы? Ну вот я сегодня одела рыжий пояс и рыжие сапоги. Сапоги очень на очень устойчивом каблуке. У них очень удобно ходить, я не устаю за целый день. Поэтому это платье плюс сапоги для меня сейчас очень актуальный образ. Давайте посмотрим это платье в сочетании с сапогами и ремнем. Как я уже раньше говорила, этот образ мне напоминает либо бохо стиль, либо стиль женщин американских прерий, знаете, вот былые времена так одевались. Сейчас очень актуальны такие платья, длинные, их носят с сапогами-казаками, это был бы вообще бомбический образ, очень актуальный в наше время. Но я не хочу пока что покупать такие сапоги, мне хватает моих, поэтому я пока что буду ходить вот в таком образе. И сверху я одену темно-синюю куртку, вы уже ее видели. Вот эта куртка, она замшевая. Сапоги, кстати, тоже замшевые. И как-то оно между собой будет все неплохо сочетаться. Больше ничего одевать я не буду, никакого ни шарфа, ничего. Это уже, мне кажется, будет сильно ломать этот образ. И он будет не так гармонично смотреться, как мне кажется. Ну вот, смотрите, сейчас я одену курточку. Ой, как всегда, я очень мешкаюсь. Так, ну вот, такая куртка темно-синего цвета. Мне кажется, неплохо будет смотреться. Вот. Идет себе такая женщина по улице. Кому-то нравится, кому-то нет. Напишите, мне нравится вам такой образ или нет. Но мне почему-то нравится. Девчонки, мне кажется, такие платья, вот они с широкими юбками, нужно затягивать каким-то широким поясом. У меня еще есть более широкий, только что-то я в спешке не нашла его. Если одеть еще более широкий пояс, делается талия еще лучше соберется, как-то образ интересным покажется, мне кажется. Ну, смотрите. Я сегодня вам почитаю французского поэта, его коротенький-коротенький стих, как пожелание на этот день. Блажен, сто крат блажен, кто соблюдает меру, кто мудро следует лишь доброму примеру и верен сам себе в любые времена. Будьте верны себе, друзья мои. По-моему, когда ты следуешь своему сердцу, своему разуму, не изменяешь себе, жизнь складывается замечательно, потому что ты не врешь, не лукавишь. И мне кажется, люди это чувствуют, твою искренность, твою доброту. И все складывается замечательно. Желаю вам хорошего дня, чтобы у вас все сложилось. Все получилось. Будьте здоровы. Пока-пока.